В дни празднования 80-летия годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Волгограде стартовал фестиваль документальных фильмов «Дорогами памяти и славы». Их героями стали уцелевшие участники тех страшных событий, которые принесли память об ужасах нацизма сквозь годы и десятилетия. Сейчас 80 лет победы в Сталинградской битве. Нацисты даже листовки заготовили, где писали так: «Москва – это голова, а Сталинград – это сердце». Они хотели вырвать сердце, у них не получилось. Так вот, эти фильмы, которые мы сегодня будем смотреть, они показывают природу нацизма во всем ужасе этой идеологии. Документальные фильмы разработаны на основе реальных событий, а сценарии создавались с помощью рассекреченных архивных документов путем долгой кропотливой работы с первоисточниками. В создании кинолент принимали участие и волгоградские специалисты. Очень досконально интересовались моментами, которые представлены были в сюжете. То есть там у нас был неизвестный архитектор Сталинграда, автор проекта дома облпотребсоюза, знаменитого дома Павла, как оказалось. И они просили рассказать историю его, его семьи, о которой мы, в общем-то, и узнали. Вот это также было там представлено. Теперь, когда от событий Великой Отечественной войны нас отделяют десятилетия, и с учетом нынешних исторических и геополитических обстоятельств, проблема сохранения памяти о преступлениях нацизма выходит на первый план. Очень важный фестиваль, который рассказывает о преступлениях против человечества, против мирного населения, и об этом нужно помнить. Это память, которую нужно хранить, и самое главное, передавать из поколения в поколение, чтобы люди учились на ошибках и не совершали их впредь. Без срока давности и камни плавились, как воск, Нюрнберг. Вот лишь малая часть кинолент, представленных на фестивале. Попасть на просмотр в стенах Волгоградского педагогического университета может любой желающий. Нам приятно, что это мероприятие проводится в городе-герое Волгограде, в нашем университете, потому что мы стараемся образовывать наших детей, работать для них и делать для них мир лучше. Конечно, это отразится на моей будущей работе, потому что я понимаю, что важно знать историю своей страны, важно говорить и рассказывать о ней своим детям, своим ученикам, воспитанникам, потому что они должны знать, в какое время они живут и какая история скрывается за их плечами. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».